Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас битва гильдии, и я буду сегодня немножко трешивать, буду пробовать пройти составом с порочным пактом. Вот такие у меня будут герои: хранитель с огненкой, варлок на урон, фрея на урон собрана максимальный, купидончик для бафа, ара тоже собран на урон, плюс ворожей. Вот такой вот состав. Будем сейчас трешивать. Пробовать пройти всех топов, ну и конечно взять новый рекорд на битве гильдии по серверу. Так, чё, поехали. Так, если такой состав, активируем сразу же фрею. Ара тут бесполезен получается, его сливают. Конечно, всех остальных мы тоже должны слить, но нужен ара, чтобы блокировать умение фреи, поэтому сейчас будем закидывать всех героев по одному. Так, сейчас пусть фрея разгонится, сольет вражеского ворожея. Так, отлично, стрелка убили. Так, кидаем его, фрею заблочили, варлока еще кидаем, плюс хранителя. Конечно, тут можно свободно слиться на огнекрыле, но будем стараться. Вот такой состав, в принципе. И все равно слили у нас. Так, еще разок. Разгоняем нашу фрею на урон. Так, заблокировали. Самое основное, это, конечно, слить огнекрыло. Если мы его не сольем, то мы тут просто сольемся сейчас. Он сейчас нас всех ушатает. Как видите, фрея нормально дамажит такой сборке. Плюс восстанавливаем ворожая, могут свободно себя весь поединок так и держаться. Так, вот, отлично. Один раз слили. Надо еще разок. Ой-ой-ой, активировали фрею. Ну, с одной стороны это и хорошо было, с другой стороны не очень. Да, огнекрыло мы сейчас, к сожалению, не сможем слить. Разве что сейчас... Не. Интересно, интересно. Вот сразу, как видите, сливает моментально ару. А надо, чтобы он пожил. Так, пробуем. Самое интересное, что сливает всегда стабильно ворожая первым, потом всех остальных уже. Так, добрались до Анубиса. Ворожай, блин, немножко не туда забежал. Так, блочим. Все равно, блин, сливают его. Как так? Самого основного героя нашего для блока. Mm-hmm.
Так, попробуем сейчас на голубях, если, конечно, ара опять не сольется. Ну, блин, опять слили. Ну, что такое, ну? Ну, таким составом очень сложно набрать больше 50%. Если, конечно, не наставить героев чарами на архидемона, то... Так, заблочили. Отлично, смотрим, как мы сейчас на огнекрыле сольемся все. 44%, 50%. Сейчас нас огнекрыл может просто ушатать. Ну, вот так вот. 5 минут и изи. Без донатными героями, конечно, вкачанными потолок. Ну, разобрали. Так, окей, поехали следующего. Так, ну попробуем тут той же самой тактикой. Солдатики нам только помогают. Так, самое главное, все отлично. Кого следующим будет бить Фрейю? Ну хорошо, разгоняемся. Ай-яй-яй-яй, вертолетик не туда побежал. Ара, давай блочь. Вот отлично. Вот такой вариант использования ары очень хороший, потому что мы можем блокировать. Но опять же, у нас остается огнекрыл, и тут очень большой шанс вероятности слива. Герои все разбежались, как видите. Но мы огнекрыла, в принципе, сейчас заблочили. Ну, тот же самый вариант. Просто изи. Ну, вообще-то, это топы никакие, если рассматривать тефтные защиты. Ни о чем. Так, битва гильдии, поехали. Дальше у нас хулиганы. То же самое ставим, фраю кидаем. Будем пробовать отсюда через огнекрыло проходить. Не вовремя я, конечно, всех выбросил. Так, у нас есть тут Фрейя. Если нету Фрейя, то это, в принципе, должно быть запросто. Фрейя есть. Будем пробовать, значит, сюда и проходить. Не успел. Я без дерева, как видите, хожу, поэтому у меня герои сливаются. Можно, в принципе, взять дерево, попробовать, но тогда кого-то придется убрать. Можно, в принципе, и хранителя убрать. Поставить дерево. Давайте хранителя уберем. Дерево нам даст. Даф и возможность реса. Так, окей. Так, где наше дерево? Так, пробуем заблочить. Я не знаю, ли Фрейя сейчас, конечно, заблочится. Но лучше бы, конечно, чтобы она заблочилась, и мы не парились. Так, Афинку слили. Ну, отлично. Сейчас самое главное еще... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Дерево слилось. Ну, тут такой вариант, конечно, против огнекрыла.
Ну, все вроде. Если фраю сейчас сольют, тут юниты, в принципе, мне не помогут уже. Ара должен нормально сейчас блочить. Они должны фраю слить. Вроде да. Так вот, ничего сложного нет вообще. Главное иметь героя прокачанных хорошо. Ну, то есть, вот вам Ара, который реально справляется против Фреи. Вроде казалось бы герой, который уже не актуальный. Но он все-таки актуальный на 12-м скилле. Очень-очень неплохо помогает. Смешно будет, если мы сейчас юнитов будем очень долго бить. Не успеем всех юнитов перебить. Ну, в принципе, они сейчас к ворожаю, если подбегут. Без проблем сольем. Так, что там у нас следующий? Немножко другая расстановка. Так, Фрея. Фреи нету? Отлично. Просто подарок. Вот варлок как. Так, отлично. Ну все, у нас остался Огнекрылый Анубис. Самое главное, чтобы Ара вовремя заблокировал его. Ну, Ара сейчас немножко не так идет. Тут мне, в принципе, юниты уже ничем не помогут. Единственное, дерево спасет. Или не спасет. Вот смотрите, Ара не может заблочить, жесть. Все, это шанс слива. Максимальный, ребят. Но это не точно. Вот так вот. Еще один топ. Вот вам и донат. Который ничем в битве замков, к сожалению, не помогает. Раньше было повеселее на битве гильдии. Сейчас, в принципе, иметь некоторых героев определенные таланты. И не надо быть там особо мега донатным. Чтобы сливать самые топовые прокачки. Так. Следующий. Так, тут у нас Фрея есть, да? Мы попробуем сюда забежать. Через Фрея вариантов особо нет. И, в принципе, тут вообще не наберем сейчас, по идее, больше, чем надо. Отлично. Самое главное — Огнекрыл. А Огнекрыл сейчас должен заблочиться тоже. Я надеюсь на это. Ну вот видите, как отлично на Фрея разгоняться. Ну, Ара, блокируй давай. Конечно, можно было бы кого-то с питомца взять и без проблем это все пройти. Вот так вот зависнуть на пару минут. Тоже как вариант. Так, надо еще... Чтобы сейчас Ара у нас заблочил. Огнекрыло. Что-то мисует, не может попасть. Видимо, уклонение много. Видите, блокирует только из этих воробьев. Ну и плюс Фрея не бьет по этому.
Вот, наконец-то заблочил, но только не вовремя заблочил. Давай, блокируй. Бери, блин, на кого-то цепелина вешай. Ну, видите, расстановка, где, ну, никак вы не наберете там свыше 30%. Ладно, попробуем забежать отсюда. Не очень хорошая идея была. Ну, в принципе, как вариант, добрались до Огнекрыла. Ну, дальше нас просто послевали. Так, окей. Сейчас еще разок попробую. Вот такой же. Вот, отлично. Или не очень. Давайте, давайте, добирайтесь. Вот видите, ара не блокирует, дерево слили. Можно, конечно, снизу попробовать, но тогда останется у нас Фрея наверху. Или взять сюда Минотавра. И не париться. Так, забежали немножко криво. Фрея, в принципе, здесь не страшна никак. А вот Огнекрыл, блин. Надо больше точности аре вкачивать для этой локации. Ну, это если вы хотите именно, чтобы он на БГ попадал по топовым прокачкам. О, ничего себе. Прикольненько. Один раз слили. Ну-ка попробуем еще разок. Не, еще разок не получится у нас уже. Ладно, давайте так попробуем. Так, варлока слили. Ай-яй-яй, Фрея, ты куда ушла? Хороший заходик был. Фрею далековато отпустили, жалко. Ладно, давайте попробуем по-другому. Давайте поставим на какого-то питомца. Наверное, на дерево лучше всего. Так, тут поставим. Так. На дерево поставим цифулина. Опять шанс слива минимальный. Так. Можно, в принципе, даже Ронина просто запустить и без проблем пройти его. Но мне интересно уже бегать Ронина. Так, Огнекрыл. Не вовремя. Так, 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 так. Давайте отсюда начнем. Блин, активировали этого Огнекрыла и немножко не то. Вот, отлично. Блин, Фрея не туда побежала опять.
Тут, конечно, не вариант. Надо опять пробовать вытаскивать ее. Да что такое? Он тянется сюда опять. Что за подстава? Странно. Раньше вот сюда не доставал, сейчас уже достает. Ладно, попробуем вот так. Странно. Блин, опять этот голубь все сейчас нам испортит. Ой, отлично, вообще, вообще супер. Смотрите, даже огнекрыла унесли без проблем. Ну все, Анубис тут просто не жилец. Что там у нас? Ну, 22 минуты у меня ушло на это все. Без всяких там мегаимп донатных, то есть... Обычный, в принципе, состав. По урону, возможно, туда многие будете писать, вот у тебя там такие таланты на героях. Честно говоря, эти таланты только минус дают. Можно обычными бывашками точно так же, в принципе, это все пройти без проблем. То есть ничего сложного нет. Сейчас любой дев проходится обычными героями. Того же самого Атланта можете взять. С Атлантом вообще просто-напросто, ну, на изи все проходится. Не знаю, как будет уже после обновы, но сейчас просто даже так вот. После обновы будет, думаю, весело для всех. Будем уже тестировать новые составы. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Всем удачной бога, всем пока.